Победа, естественно, Наср добрый. Хочу поздравить ребят с победой, всех болельщиков, кто верит в команду, кто желает нашей команде успеха и процветания. Поэтому это для всех победа. Опять повторюсь, делаем то, что делаем, от игры к игре стараемся максимально вкладываться в каждый момент и реализовывать их, ну и, соответственно, зарабатывать в турнирной таблице баллы и подниматься как можно выше. Валерію Володимировичу, зараз на оболон чекає кубкова гра. Як ви плануєте швидко відновитися до цієї гри? І взагалі який настрій на Кубок України? Настрій завжди бойовий, на кожну гру у нас нету прохідних якихось ігор. Кожна гра офіційна, тим більше, це імідж клубу, це імідж футболістів, які повинні виходити і викладатися на 100-150%. Поэтому тут задача времени совсем мало, все упирается в восстановление. Восстановление футболистов, возможно, может будет и ротация, поэтому вот эти моменты могут присутствовать в подготовке к игре на Кубок. В принципе, все.